В Тамбовской области 91 городское почтовое отделение, 448 сельских и 4 передвижных. Работают 2224 сотрудника, 918 почтальонов и 192 оператора. Только за прошлый год они обработали более 12 миллионов отправлений, около 440 тысяч посылок и бандеролей, 82 тысячи экспресс-отправлений. Доставили около 3 миллионов печатных изданий, более 328 тысяч международных отправлений. На празднике наградили 66 сотрудников почтовой связи Тамбовской области, в их числе 27 начальников почтовых отделений и их заместители, 6 почтальонов и 3 оператора. В этот день я хочу сказать особые слова благодарности как раз своим сотрудникам, которые с большой преданностью, с большим профессионализмом любое погоду, в любое время года оказывают эти услуги и доставляют пенсии, социальные выплаты, посылки и, соответственно, письма нашим дорогим клиентам. Что особенно радует, в нашей организации существует такое понятие, и оно часто достаточно встречается, как почтовые династии. То есть, когда работает мама, потом работает дочь и так далее. Это говорит о том, что люди любят почту, любят свою работу и ценят ее. Почта России – седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов. Свыше 38 тысяч точек, 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов почты – 54 миллиона километров. Ежегодно сотрудники Почты России принимают около миллиарда бумажных писем и обрабатывают около 240 миллионов посылок.